Руководство Магаданской областной думы во главе с председателем Заксобрания Колымы Сергеем Абрамовым оценили условия проведения учебного процесса в новой школе в поселке Снежный. Начали с важного, с пищеблока. С удовольствием эту продукцию употребляли. У нас хорошо едят. Хорошо едят, да? А молочка с кем? Кто поставщик? Молодой вот. Вы с какого класса? Класс какой? Со второго. Молодцы, о, бойцы какие, молодцы до этого. Ну давайте на прием пищи до этого. Мы вас не задерживаем. Кормим мы горячими завтраками на данный момент. Ведется мониторинг, нужно ли нам обед вводить, нуждаются ли в этом родители, дети. А завтраки у нас хорошие, гарнир, мясо, фрукты, большое разнообразие фруктов. Бывают апельсины, яблоки, бананы, ну еще много чего. Новую школу на Снежном сдали летом этого года. Это единственное образовательное учреждение в регионе, максимально отвечающее требованиям доступной среды. В школе есть лифт и специальные туалетные комнаты. По доступной среде Ну, мы видим с вами, что за короткий срок школа построена. В сентябре открылись двери для детей. Сегодня мы вот здесь с таким вот визитом. Нам очень было самим интересно посмотреть. Почему? Потому что на протяжении этих 2 лет в рамках партийных проектов мы, безусловно, наблюдали, как идет строительство. Мы общались и застройщиками и с работниками непосредственно на стройке. Нам было интересно, как же это будет все потом вот наяву. Ну, надо сказать, что здорово, да, и мы говорим о том, что сегодня вот такие школы, такие детские сады должны быть в принципе все. Представители депутатского корпуса регионального Заксобрания смотрели спортивные и актовые залы, учебные, в том числе специализированные кабинеты. Гости дали высокую оценку качеству материально-технических условий учебного процесса в новой школе. Очень давно рассматривался вопрос строительства здесь, новой школы детского сада, и это произошло. Данное здание, оно принято в эксплуатацию и уже осуществляет свою прямую деятельность по своему назначению. И здесь городские власти правильно подошли к этому, что данное здание, оно построено из капитальных материалов все-таки. На севере, конечно, когда капитальные материалы и когда сделана хорошая система и отопление, и система вентиляции, это создает и достаточно такую комфортную внутреннюю обстановку. Олег Дудник, Илья Пачин. Специально для вечернего Магадана.